Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня у нас видео... Микс Прайс! И... как всегда... Микс Прайс! Та-дам! В общем, из влога вы, наверное, видели, что я гоняла по фикс прайсам. Короче, ничего не могла найти. Так, а почему я так начала? Потому что у меня такой образ, знаете, как будто я сейчас буду рассказывать о том, как захватить мужчину, чтобы он преклонился к вашим ногам. И тут раз такая, фикс прайс. Дешевые покупки. В общем, у меня два пакета. Один у меня из одного фикс прайса, другой из другого фикс прайса. Я искала, не могла найти уже, думаю, ну, не могла найти новинки, потому что я уже скупила весь фикс прайс, как я говорила вам, да, и уже ничем меня не удивишь. И новинки какие-то не новинки для меня. И, конечно, весь хлам собирать я не хочу. Чокер, кстати, у меня из Марк Буш. Да, я могу на него ссылку оставить внизу, кому интересно. Так, давайте начнем с чего? Начнем с такого вот паровозика. Я купила ребенку паровозик. Я не знаю, возьмем мы его в дорогу или не возьмем в дорогу. В общем-то, ну, ребенку нужно что-то новое постоянно. И я радуюсь, когда вот такие вот маленькие приколюшки какие-то для детюшек делают. Также я купила, знаете, что ему еще? Он очень любит у меня читать вот такую книжечку. Мне понравилось, что вот здесь какая-то такая штука, которую можно погрызть. И, возможно, он будет ее грызть, а не картон. Потому что он мне сгрыз уже все... эти книжки, вот, и он любит, когда я ему читаю, смотреть картинки, он прям может сидеть, вот так листать и разглядывать, что в телефоне, что с книжками, он одинаково любит. И мне, кстати, в фикс прайсе нравятся книжки, которые сделаны, вот у кого маленькие детки, я вам рекомендую, книжки, которые, знаете, они такие... прорезиненные, с ними можно купаться. И очень классно, что когда ребенок их облизывает там или еще что-то, то как бы, ну, все нормально, он их не грызет. Вот лично у меня эти, у меня две или три книжки такие, он их не сгрыз. А картон он грызет и еще ест, я только успеваю у него выковыривать сорта. Все, он ругается на меня, говорит, я хочу пожрать дерево. Я говорю, нельзя за дерево есть. Он на меня обижается. Так, дальше. Вот такой светильник я увидела у Сони Асланян. Я помню, что она выкладывала его, и он очень-очень красивый. Я решила себе тоже такой все-таки взять, потому что ночью, когда я готовлю малому что-то там, да, или вот бывает встать, а света мало, я пользуюсь светильниками. Но я люблю разные светильники. Вот этот, ой, он прям вместе с этим. Но он очень классный. Он светится разными такими цветами, видите? Зелененький, красненький, синенький, очень красиво. Но она, когда выложила, я прям увидела, думаю, гля, кайф. Оказывается, я мимо все время прохожу в фикс прайсе этого. Вот просто включить-выключить здесь. Просто если я близко вам покажу, блестки здесь еще, то. А, ну, видно, в принципе, цвета все эти. Красиво. Вот. И если малой схватит, то, в принципе, тут нечему погрызет. Пусть погрызет, ничего. А, можно раскрутить. Вот здесь меняется батарейка, раскручивается, да? Ну, я думаю, он уже, конечно, может у меня раскручивать какие-то вещи, но я надеюсь, что он не раскрутит это. В общем, вот этот светильник, огонь, мне понравился. Вот, Соня, если ты смотришь меня, офигенный светильник, спасибо за идею. Так, еще купила вот такую машинку ему, 55 рублей. Вы знаете, я заметила, что нет-нет, я думаю, что эти маленькие машинки? Вот нет, вот любит, схватил в руку вот так, да, и ходит с этой машинкой. У кого-то, я помню, взяли, мы что-то ему понравилось, думаю, гля, вроде бы вот, да, ничего особенного, а детям-то лучше знать. Короче, не буду распечатывать, там вот такая маленькая машинка. Вот ее можно взять в дорогу, кстати. Я думаю, что она в дороге пригодится. Она маленькая, место не занимает, и пусть он с ней тусуется. Смотрите, что появилось. Во всяком случае, я этого не видела. Вот такие вот лосины какие-то, микрофибра. 99 рублей, леггинсы женские. А размер-то, господи, 3/4. Я не знаю, какой размер. 100 ден. Они сделаны как... Блин, куда же я смотрела? Размер 1/2, цвет черный. Что значит 1/2? 1/2. Короче, я сейчас померю, и вы посмотрите, как они смотрятся. Сейчас мы вот так вот откроем их предварительно. Просто я, знаете, я не собираюсь их носить, но я подумала, что кому-то это может быть полезно, поэтому я решила купить, померить и показать вам. Хотя, может быть,
Я и одену их под какое-нибудь платье. Просто короткие такие, как бы я не знаю, куда их одевать. Они достаточно плотные, видите? А, ну это я натянула так на совсем большую ляжку. Они будут прозрачные. А вот на наши ляжки вот так будут. В общем, сейчас одену, и вы посмотрите. Дальше, дальше, дальше. Я купила вот такие носочки. Кстати, кто-то мне говорил, я на Алиэкспресс, может быть, вы видели у меня в видео, если не видели, посмотрите, купила классные носки, они вот здесь вот с силиконом, именно такие низкие носки. Но вот эти не спадают, они хорошие, да? А так вот силикон там внутри, они прям вообще следочки, прям отлично, мне под мои кеды все подходят. И кто-то говорит, в фикспрайсе есть такие, я не видела, я уже была там в 3 фикспрайсах, я не видела такие носки, чтобы здесь на пятке был силикон. Поэтому я купила вот такие, мне очень нравится, когда, знаете, вы одеваетесь в каком-то стиле, и на носочках именно не полностью розовые носочки, а именно какие-то вот очертания. Там вот я, например, одела вот такой топик, да, он где-то виднеется, и внизу носки тоже, они как бы серые, и где-то виднеется розовый. То есть мне кажется, это очень стильно, когда такие, знаете, немножко что-то там где-то видно. Так, еще я купила палочки, но ну что же их пробовать? Пробовать не буду, потом в конце видео я их попробую, там вставлю, скажу. Я люблю вот такие палочки, знаете, вот особенно так, как я питаюсь, срочно нужно утолить жажду, вообще лучше в машину брошу, едешь и грызешь. Так, а еще в дорогу я купила вот такие салфетки, это для чувствительной кожи. Это фикс-прайс, который был на Сельмаше. Потом я зашла в фикс-прайс, который на ЖД вокзале. И что же я там нашла? Нашла ваши долгожданные, как их называют, папилетки, папилетки, я не знаю. И взяла еще вот такие. В ближайшее время я сделаю вам видео и накручу полголовы такими, чтобы вы посмотрели, что за кудри получаются вот с этими накручивающимися средствами и выбрали себе, какие вам больше нравятся. Вот, так что, да, кто хотел и просил, сделаю отдельное видео, посмотрим, что из этого выйдет. Потому что, я не знаю, мне кажется, вот здесь заломы могут быть, я не знаю, как они держатся. Вот такие я знаю, как бы, что и как. Ну, в общем, сделаем. Полголовы так, полголовы так. Я купила малышу вот такую книжку, тоже картонная. Да, он их ест, но он их любит, понимаете? Ну, не есть в смысле, а листать, пока не съел. И здесь глазки. Буду учить малыша глазки. Я всегда, когда ему ушки чищу, я говорю, ушки, ушки чистим. Он уже знает, что ушки сейчас. Я ему там носик, носик капаю. Он знает, что носик сейчас будет. И вот глазки буду показывать на других уже. Это он только на себе пока глазки. Хотя любит пальчиком мне потыкать. Бременские музыканты. И тут вот листаешь, а глазки остаются у всех животных одни. Одни глаза на всех. В общем, я думаю, ему понравится. Также решила попробовать, слушайте, у меня какая-то проблема просто с этими зарядками, вот реально зарядку, ну, понятно, китайские зарядки, я оригинал не покупаю, мне кажется, очень дорого, но сколько я зарядок уже купила, я поняла, что, наверное, лучше оригинал купить один. А, еще почему я перестала покупать оригинальные зарядки, перестала покупать, как будто я их раньше покупала, я их раньше не покупала, просто у меня была оригинальная зарядка, вот, например, от айфона, да? Samsung у меня еще зарядная осталась, то было, которое в коробке. Купила этот iPhone, зарядка потерялась в первые же 2 дня. И с этих пор я заряжаю все время китайскими зарядками. Ну, потому что как бы денег жалко, да? Потом я услышала, что в принципе отдельно оригинальные зарядки вы не купите. Это все равно будет не оригинал, там какое-то качество, не качество. Я не стала вдаваться в это, просто поверила, потому что мне не кайф тратить большие деньги на эти зарядки. И начала покупать китайские. Но, блин, я уже, честно говоря, на пороге того, чтобы купить один раз нормальную зарядку. Я уже, не представляете, сколько на них потратила. Я каждые 2 месяца или месяц я покупаю новую зарядку. И думаю, ай, дай-ка зайду до фикс-прайс, докуплю зарядки. Вот тут, короче, такие универсальные зарядки на все. Но, во всяком случае, в машину кину. Хотя, не, вот это короткое, то, что оно вообще неудобно. Потому что, да, в машине нужна длинная. Но дома, во всяком случае, если вдруг у меня сядет батарейка, у меня 2 дня телефон, айфон мой не работал, потому что он не заряжался, блин, там нужно было как-то не дышать, вот так вот аккуратно на него, заряжайся, и он заряжается. Только ты отворачиваешься, он не заряжается, как живой. Все, мои хорошие.
все покупки с фикс-прайса я вам показала. Я надеюсь, вы рады, потому что, знаете, как получается? Я выкладываю фикс-прайс, и на следующий мне день пишут, когда фикс-прайс, когда фикс-прайс? Девчонки, ну в самом деле, ну пожалейте меня, у меня уже фикс-прайс можно открывать дома, понимаете? Шоурум фикс-прайс. Столько у меня всего. Но я всегда рада покупать и снимать для вас эти видео, потому что я люблю фикс-прайс, дабы новинки были. Фикс-прайс, услышьте, новинки, давайте. И будут новые видосы, интересные, прикольные. А вообще, лучше, мои хорошие, я вас целую и обнимаю. Если вам понравилось мое видео, обязательно ставьте лайк. Если вы в первый раз на моем канале и еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе нового видео. А я с вами прощаюсь. До следующего. Пока-пока. To stay there.